Всем привет, меня зовут Дмитрий Никифоров. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы с вами изучаем книгу Мормона, читаем, размышляем, делимся мыслями. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Если какие-то размышления, какие-то мысли вам приходят после прочтения, давайте делиться и обсуждать вместе. Сегодня мы начинаем новую книгу, книга Иакова. Это третья книга книги Мормона. Иаков был братом Нефия. Поехали. «Ибо вот было так, что прошло 55 лет с того времени, как Леги покинул Иерусалим. И потому Нефий дал мне, Иакову, повеление относительно малых листов, на которых выгравированы эти слова. И он дал мне, Иакову, повеление, чтобы я написал на этих листах немного из того, что считаю самым ценным, чтобы я не касался, кроме как вкратце, истории этого народа, который называется народом Нефиевым. Ибо он сказал, что история его народа должна быть выгравирована на других его листах, и что я должен сохранить эти листы и передать их далее моему потомству из поколения в поколение. Если будет священная проповедь или откровение великое, или пророчествование, то я должен выгравировать их главные части на этих листах и коснуться их, насколько это будет возможно, ради Христа и ради нашего народа. Ибо благодаря вере и великой заботе нам было истинно явлено относительно нашего народа, что с ним произойдет. И было у нас также много откровений и дух великого пророчества, и потому мы узнали о Христе и его царстве, которое придет. А потому мы усердно трудились среди нашего народа, чтобы убедить их прийти ко Христу и вкусить благости Божьей, чтобы они вошли в его покой, дабы никоим образом он не поклялся во гневе своем, что не войдут они, как во время того ропота в дни искушения, когда дети Израилевы были в пустыне. А потому мы молили Бога, чтобы мы могли убедить всех людей не восставать против Бога и не побуждать его ко гневу, но чтобы все люди уверовали во Христа и задумались о его смерти, и понесли его крест, и выдержали насмешки мира. И потому я, Иаков, беру на себя исполнить повеление моего брата Нефия. И вот Нефий начал стареть, и увидел он, что скоро должен умереть. А потому он помазал тогда одного человека быть царем и правителем над своим народом, соответственно, правление царей. Народ же, полюбив Нефия чрезвычайно, ибо он был великим защитником для них, владевшим мечом Лавана для их обороны и трудившимся во все дни свои ради их благоденствия. А потому народ пожелал сохранить в память его имя. И всякого, кто правил на его месте, народ называл второй Нефий, третий Нефий и так далее, соответственно, правлением царей. И так называл их народ, какое бы имя они ни носили. И было так, что Нефий умер. И вот люди, которые были не ламанийцами, были нефийцами. Тем не менее, они назывались нефийцы, иаковлевцы, иосифовцы, зарамийцы, ламанийцы, лемуильтяне и измаильтяне. Но я, Иаков, не буду впредь различать их по этим именам, но буду называть их ламанийцами, тех, кто стремится истребить народ Нефиев. А тех, кто дружествен к Нефию, я буду называть нефийцами или народом Нефиевым, соответственно, правлением царей. И ныне было так, что народ Нефиев во время правления второго царя стал ожесточаться в своих сердцах и предаваться до некоторой степени нечестивым обычаям, в том числе уподобляться Давиду из древних времен, желавшему иметь много жен и наложниц, а также и Соломону, его сыну. Да, и они начали также разыскивать много золота и серебра, и начали понемногу возноситься в гордыне. Потому я, Иаков, сообщил им эти слова, когда учил их в храме, получив прежде свое поручение от Господа. Ибо я, Иаков, и мой брат Иосиф были посвящены рукой Нефия, священники и учителя этого народа. И мы возвеличивали нашу должность Господу, приняв на себя ответственность и навлекая на свои головы грехи этого народа, если мы не учили их Слову Божьему со всем усердием, трудясь поэтому изо всех своих сил, дабы кровь их не оказалась на наших одеждах, иначе кровь их оказалась бы на наших одеждах, и мы не были бы признаны незапятнанными в последний день». Нефий передал листы Иакову, рассказал ему о том, как нужно записывать, что нужно разделять вещи, которые духовные, проповеди и доктрину, да,
нужно на одних листах записывать, и, значит, историческую часть истории этого народа на других листах, которой у нас нету. У нас именно вот эта духовная часть дошла до нас, до наших дней. Возможно, когда-то дойдет и историческая часть, но самое важное, конечно, духовное. Вот, кстати, все критики книги Мормона, они больше фокусируются не на послании, которые есть здесь, потому что послание, оно с ним не поспоришь, оно человека побуждает творить добро и верить во Христа. Они больше на какие-то детали, которые не имеют никакого значения на самом деле, да. И вот, как говорил Нефий, что те, кто фокусируется на слабостях в том изложении, они не понимают, что нужно фокусироваться именно на послании, потому что само послание, оно уникальное, оно очень красивое и указывает человеку путь, которым нужно идти. И очень я рад, что у нас есть такая возможность все же немножечко про историю также народа этого узнать. И, но она как бы в такой, как бы это назвать, не самая главная часть книги Мормона. Она есть, и я благодарен за то, что она есть. И потому что она... Книгу Мормона можно как и роман читать, да? Потому что здесь очень много чего происходит. И всякие войны там, и истории предательств, и... В общем, интересные такие моменты, да? Путешествия из одного места в другое. Но самое главное, конечно, это послание о том, как люди в древние времена верили в Христа, и как они понимали Евангелие, как они применяли его в своей жизни. И как вот здорово было им иметь пророка, Нефия, да, который... Как здорово было им иметь живущего пророка, Нефия, который мог пророчествовать, который мог показать им, как применять Священное Писание в их жизни. И я очень благодарен, что в наше время тоже есть живой пророк. Бог восстановил этот порядок, когда он опять призвал пророков, которые также могут пророчествовать нам, помогать нам понимать Священное Писание, применять их в нашей жизни. Потому что вот Нефий говорил в прошлой предыдущей главе братьям о том, что нужно вступать на путь, крещение, претерпать до конца, и дальше они такой вопросительный знак у них на лице. А как бы что это значит? Что значит? А что дальше? Что дальше делать? И мне сейчас многие люди также задаются вопросом. Ну вот я крестился, а дальше что? Что дальше-то? Я, ну, как бы, я верю в Бога в сердце. Как бы этого достаточно мне лично. На самом деле нет. Ты крестился, вступил на путь, а дальше тебе нужно двигаться. Двигаться. Путь — это движение. Нужно идти вперед. Так что будем дальше читать, смотреть, что там нужно будет делать, какое движение от нас ожидается. Вот, спасибо, что присоединились к моему изучению сегодня. Увидимся завтра. Пока-пока.